Никогда не ешь сосульки, и вот почему. Я думаю, все ребята облизывали сосульки зимой, когда хотелось пить. Если ты так делал, пиши в комментариях. Все сосульки обычно растут на крышах и образуются после замерзания воды. И как известно, на крыше ходят голуби, и там же они и какают. Поэтому частично ты это облизываешь. Я надеюсь, ты в следующий раз будешь думать, прежде чем облизывать сосульку. Что говорит о тебе первая буква твоего имени? Если ваше имя начинается с буквы С, вы ревнивый, вы собственник. А также вы можете быть очень драматичными. Если ваше имя начинается с буквы В, вы просто хотите свободу и жить свободной жизнью. Если ваше имя начинается на букву Н, то вы берете на себя большие задачи, которые многие не могут сделать. А людей с буквой Д привлекают очень странные вещи, и они также любвеобильны. И буква М. Никто на самом деле не знает, какой вы, но вы очень любите манипулировать людьми. Насколько у тебя хорошее здоровье твоих глаз? Это тест на здоровье ваших глаз. Вам нужно будет выбрать один из цветов, который будет отличаться от остальных. Только 5% людей могут пройти эти стадии. И пиши в комментариях, если у тебя получилось. Стадия первая. Вторая стадия немного посложнее. Стадия третья, еще более сложная. И самая сложная четвертая стадия.